Добрый вечер, зрители. Сегодня захотелось приготовить что-нибудь вкусненького на ужин. Что-нибудь такое изобретем сейчас. Вот у меня есть кабачки. Я вынула серединку и перчики тоже приготовила с крышечками. То есть выскоблила серединку. А для начинки можно использовать все, что вы найдете в своем холодильнике. Вот я нашла яйца. Мясное ассорти, можно ветчину, можно мяско, зелень, помидорки, чесночок, одну картошинку. Все порезала, вот зелень укропа, помидоры порезала, порезала мясо и картошечку. Чесночок в чеснокодавку, 3 зубчика. Если вы не хотите острого, то не кладите чеснок. Все это порезанное соединяем в кастрюльку и перемешиваем. Ну, конечно, по вкусу нужно посолить, добавить приправы, какие вы любите. Я решила добавить розмарин и орегано. У меня в сушеном виде вот такие приправки. Вы можете экспериментировать. Вообще сюда в начинку можно делать все, что угодно. Например, наверное, очень вкусно было бы с фаршем. И начинаем заполнять формочки. Вот мы заполнили начинкой наши овощи. Смотрите, какая красота получилась. Крышечками закрываем перчики и складываем форму. Я буду использовать печку, можно использовать духовку, у кого что есть. То есть нужно их запечь. Форму можно взять стеклянную. Вот такую, например, повыше я возьму. Смажу ее маслицем и сложу туда овощи. Форму поставим в печку при температуре 180-200 градусов. Ну и смотрите по своей духовке. Где-то 40-45 минут обычно запекаются овощи, чтобы стало все мягко, чтобы начинка тоже пропеклась. А вот и все готово. Посмотрите, как красиво. Кабачок, перчик, а как приятно кушать. Такую красоту. Все-таки это не банальный ужин, не какие-то макароны или рис. А вот такой вот красивый ужин получился из доступных продуктов. И все бюджетно. Если вам понравилось, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще много интересных рецептов, а также роликов о животных. Всем пока, всем спасибо за